Я Светлана, тренинг «Нам хорошо вдвоем». Я заприметила уже 2 года назад, но вот сейчас у меня была возможность, благодаря школе коучинга, пройти этот тренинг. Мне он очень понравился. На первом уроке у меня был такой прям энтузиазм узнать все базовые потребности у всех, кого я знаю. Но потом я поняла, что не стоит так замахиваться, надо разобраться с собой прежде всего и понять себя. И именно это, в этом мне тоже очень этот курс помог. Я находилась как раз еще в процессе знакомств, свиданий, общения, то есть и с новыми мужчинами. И также было 2, которые когда-то начинались там отношения, но не сложились. И вот на примере одного из них я могу сказать, я поняла, почему. Я поняла, почему я не решалась создавать с ним семью, потому что там все серьезно, и он как бы и сейчас тоже предлагал ему замужество. Благодаря этому курсу я поняла, определила свои базовые потребности и набралась смелости их озвучить этому мужчине прямо. Ну как прямо, честно, просто сказать, вот что я хочу, что я могу. И через этот наш диалог я поняла, что он как раз очень напрягает его, это моя потребность, даже потребности обе, пожалуй, да. И, соответственно, он не может мне их закрывать, а я таким образом не могу его тоже закрывать, потребности, как и я предположила. То есть сейчас стало это очень очевидным, и это помогло мне благополучно, со спокойной душой закрыть уже эти отношения, а не держать человека в надеждах и самой все время думать, он, не он, да, стоит ли связать с ним жить или не стоит. То есть все сразу определилось. Ну и сразу вот через этот диалог, благодаря этим вопросам, благодаря ответам, это прояснилось для нас обоих. И, конечно же, хотела бы поделиться, что есть человек, с которым наоборот очень много совпадений, взаимопонимания и по потребностям, что очень меня радует. И можно сказать, тренинг «Нам хорошо вдвоем» как раз поспособствовал очень узнаванию нас, ну, друг друга узнаванием. И можно сказать, убыстрил это узнавание, не растягивая это на месяцы или годы. Вот такой мой отзыв. Я думаю, результаты еще будут.